Здравствуйте! Наверное, нет ни одного человека, который бы не пробовал голубцов. Но есть восточный аналог – долма. На Кавказе, в Греции, в Турции долма заворачивают в листья винограда. А мы сегодня приготовим из листьев шелковицы. В приготовлении долмы нет ничего сложного. Сейчас мы приготовим листья. Опускаем листья в кипящую воду. Ну, 1-2 секунды, и они будут готовы. Выкладываем наши листья. Пока наши листья будут остывать, мы готовим фарш. Наши остыли. Сейчас мы их подготовим. Отрезаем хвостики. Мы разложили наши листья прожилками вверх и начинаем раскладывать фарш. Готово. На дно кастрюли мы выкладываем листья, складываем долму, наливаем воду, кладем соль и накрываем блюдцем, чтобы наша долма не всплывала. И ставим варить. Пока наша долма готовится, мы приготовим к ней соус. Берем сметану, в нее кладем соль, перец черный, грецкий орех молотый, укроп. И обязательно добавим чеснок. Наш соус готов. Долма наша готова.